В этом видео я расскажу, как сделать оптимальные условия для обитания инфузории туфельки. А для этого нам понадобится 3-литровая банка с чистой водой. Стакан воды из аквариума. И сухие кожурки от банана. Берем банку, выливаем в нее воду из аквариума. И насыпаем небольшую горсть банановых кожурок. Через неделю это выглядит примерно вот так. Вот показано, как кишмит инфузория в этой банке.